5 самых опасных птиц. Пятое место занимает малютка, которой не требуются большие когти и мощный клюв, чтобы представлять смертельную опасность для человека. Знакомьтесь, дроздовая мухоловка или птихоу двухцветный. Несмотря на дружелюбный нрав этой птицы, чисты случаи, когда после контакта с ней человек попадает в больницу. Почему? Все дело в том, что тело и перья дроздовой мухоловки покрыто сильным токсичным ядом. Благодаря ему она является самой ядовитой птицей в мире. Интересно то, как птихоу двухцветный получает этот яд. Ученые выяснили, что смертельный яд птицы получают от поедания жуков. 4 место. Обладателем 4-го места становится птица из семейства утиных – канадская казарка. Эта огромная утка имеет очень красивые формы и окрас, но, как известно, красота опасна. Канадская казарка крайне недружелюбна и проявляет агрессию каждому, кто проникает на ее территорию. Чисты случаи, когда люди попадают в больницу с рваными ранами, сотрясением и даже переломами после встречи с этой уткой. Также стоит отметить, что из-за канадской казарки произошло уже несколько авиакатастроф с трагическим исходом. 3 место. Самый сильный ястреб в мире, достигающий в массе 9 килограмм, занимает 3 место. Встречайте, южноамериканская гарпия. Эта хищная птица обитает в лесных районах от Мексики до Бразилии. К сожалению, на сегодняшний день этот вид находится на грани вымирания из-за снижения ареала обитания. Южноамериканская гарпия отличается мощным клювом и крайне сильными когтями. Очевидцы утверждают, что когти этого ястреба длиннее и сильнее, чем у тигра или даже медведя. Хоть гарпия и не нападает на человека без причины, но чисты случаи, когда жертвами становятся проходящие недалеко от гнезда люди. 2 место. 2 место занимает красивая, но не летающая птица с очень скверным характером – казуар. Сразу стоит отметить, что казуар занесен в книгу рекордов Гиннесса как самая агрессивная птица в мире. Эта птица не терпит вторжения на его территорию. Почуяв проникновение, казуар яростно атакует даже очень большого противника. Сила этой птицы заключается в острых, подобных лезвию когтях, которыми она рвет плоть своей жертвы. Во время Второй мировой австралийским и американским военным давали наставление избегать эту яростную птицу во избежание жертв. 1 место. Лидером топа становится одна из самых умных и коварных птиц – ворона. Эти городские жители не выделяются острыми когтями или сильным клювом. Их главная сила в разуме и умении действовать слаженно. Интересно, что вороны могут специально загнать жертву под колеса автомобиля, а уже потом оттащить ее и устроить пир. Нередки случаи нападения стаи ворон на человека. Чаще всего своей жертвой они выбирают более слабого. Обычно это старик или ребенок. Поочередно отвлекая внимание друг на друга – вороны наносят не сильные, но очень частые удары и щипки.